Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода. Текст сообщения он опубликовал на своей странице в X. Глава государства призвал помнить о жертвах политических репрессий и голода прошлого столетия. Цитирую, «Только в полной мере усвоив страшные уроки прошлого и сохраняя память о них, мы сможем преодолеть любые вызовы и достичь новых высот на пути построения справедливого государства и гармоничного общества». Конец цитаты. Президент отметил, что государство уделяет внимание восстановлению исторической справедливости в отношении пострадавших от репрессий.